and gentlemen, let's get ready to rumble! Мы начинаем КВН. Добрый вечер, друзья, здравствуйте. Ну давайте поактивнее, так долго не виделись. Что же вы, полный зал. Ну что ж, очень рада всех вас видеть. Я приветствую вас на краевом фестивале команд КВН. Можно этому поаплодировать. Вы знаете, друзья, в этом году для Лиги КВН ДВФУ этот фестиваль является юбилейным. В этом году Лиге исполнилось 5 лет. 5 лет нашей Лиге, 5 лет фестивалю, приуроченному по традиции к дню рождения ДВФУ. Скоро у ДВФУ день рождения. Хе-хе-хе, давайте порадуемся! Да. И... Вы знаете, я думаю, студенты ДВФУ уже привыкли во всем и всегда бить рекорды, и наш фестиваль тоже не стал исключением. В этом году на фестиваль зарегистрировалось рекордное количество команд. Это 26 команд со всего Приморского края на наш фестиваль приехали, чтобы показать свой талант и свой юмор. 24 команды сегодня выступят на этой сцене, и эта сцена всегда тепло принимает новые талантливые, харизматичные и амбициозные команды. Замечательный зритель тоже известен всем командам, которые сюда приезжают. Поэтому, я думаю, фестиваль будет юбилейным во всех смыслах, праздничным и теплым. Я думаю, все соскучились по КВН, поэтому не будем тянуть. Мы начинаем КВН. Ну что ж, друзья, фестиваль сегодня... Будет разыграно множество номинаций, множество различных наград. С командами вы познакомитесь во время игры. А с жюри, я думаю, стоит познакомиться прямо сейчас. Ведь именно эти люди будут решать, какие же команды получат награды, которые мы сегодня для них приготовили. Итак, сегодня в жюри. Начальник отдела содействия развитию творчества Управления по делам молодежи администрации города Владивостока Юлия Дмитрия. Девушка в жюри. Громкие аплодисменты, друзья! Чемпион Дальневосточной лиги КВН 2005 года, руководитель интернет-портала Прим-ТВ Илья Табаченко. Человек, который с первого сезона сидит у нас в жюри, видел все, как говорится, прошел, вот, полысел даже, да, за 5 лет. Чемпион Дальневосточной лиги КВН 2010 года, директор компании «Мегаполис Продакшн» Роман Ткаченко. Вы знаете, следующего члена жюри хотелось бы не просто так объявить, а сказать такую небольшую предысторию. Ну, по крайней мере, для нас, людей, которые Лигу наблюдают уже 5 лет и фестиваль. Много студентов шутят про кампус, много шутят про охранников, много шутят про то, что здесь происходит. И вот сегодня человек, который позволяет всему этому развиваться и двигаться дальше. Проректор по развитию кампуса Дальневосточного федерального университета Владимир Константинович Николаев. Громкие аплодисменты! Ну и, конечно же, председатель нашего жюри, основатель движения КВН в Приморском крае, директор творческого центра Дальневосточного федерального университета Сергей Валерьевич Матвин. Ну что ж, жюри познакомились... Команды заряжены, команды готовы, команды очень волнуются, поэтому чем громче вы сегодня будете их поддерживать, тем им будет приятней. Ни пуха, ни пера! Фестиваль всегда проходит по определенной системе. Это команды, которые приезжают на фестиваль для того, чтобы показать... Конкурс приветствия или, по-другому, визитная карточка. Команды во время этого конкурса команды готовятся, ну как, знакомятся со зрителем. Но команда, которая первая выйдет на эту сцену, уже знакома зрителям синего зала. Команда стала чемпионом нашей лиги в прошлом сезоне. И в этом сезоне по праву открывает фестиваль. Команда, представляющая инженерную школу и школу экономики и менеджмента ДВФУ 7Б.
Друзья, очень много произошло за это время. Вот Руслан наконец-то себе Ладу Калину купил. В общем, бабки в недвижимость вкладывает, пацан. Люх, ну что сразу в недвижимость? Ну, не всегда же, да? Вот движимость, там, когда, например, с горки или толкнуть. Ну, понятно, понятно. Вот Влад наконец-таки себе девушку нашел. Илья, вот давай уважать друг друга. Не девушку, а тёлку. И не нашел, а подцепил. А почему так? Ну, у меня на родине так принято. Тебя на родине принято руки за воровство отрубать. Да я в партизанске родился. Ну я и говорю. Так, ладно. Ладно, пацаны, давайте начинать. Илюх, стой, а что ты про себя вот ничего не сказал? А, да, друзья, я наконец-таки в этом году баллотируюсь в мэры города Партизанска. Стой, ну ты что, дурак? Че? Ну мы договаривались, что в этом году я баллотируюсь, ну моя очередь все-таки. Да, 2016. Ребята, а сейчас мы как чемпионы прошлого сезона должны вот доказать зрителю, кстати, что мы... Кстати, Русь, вот по поводу чемпионов прошлого сезона такой вопрос, а где деньги? Илюх, ну давай потом, мы же должны удивить. Че потом? Как... Ты мне так с мая месяца говоришь. 4 месяца. Где 30 тысяч? Ну, ладно. Я девушку купил. Опять? Нет, в смысле, в команду. А, ну, если она здесь, зови. Ксюша, юбочка из плюша, русая коса. Знакомьтесь, Таня. А кто музыку выбирал? Ксюша. Какая Ксюша? Какая-то самовлюбленная Ксюша, я не знаю. Так, ладно, все. Привет, Таня, ты откуда? Я из ГУЭСа. Из ГУЭСа. Она неадекватная, да? Зато там стипендии большие. Да, да. Слушай, ну ладно, а что ты умеешь? Ну, если не придираться, я котлеты неплохо жарю. Насколько не придираться? Ну, если не докапывать меня вопросом, что это за угли. Но она нам не подходит, я тебе вот что хочу сказать. Ой, ребят, можно подумать, вы талантливый. Ты просто тупой, а ты просто китаец. А ты просто вечно говоришь, что он тупой, а он китаец. И все вы из Партизанска. Блин, это что, мы так сезон выиграли? Ну, прикинь. А ты говорил, не проканает. Ладно, друзья, давайте начинать. Сейчас надо вот так всю силу в кулак собрать и как единое целое. Вот миниатюру как показать прямо сейчас. Итак, дорогие друзья, в этом году заселение в ДФУ прошло просто прекрасно. А кто этого не видел, сейчас покажем. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, не подскажете, где конец очереди? Не могу найти просто. А, значит, смотрите, вы ходите сейчас из корпуса налево, там огромная толпа. Дальше, значит, идете на остановку, садитесь на автобус, едете на автовокзал. Значит, там выходите, там тоже стоит огромная толпа, это конец очереди льготников. Значит, пробирайтесь через эту толпу, покупайте билет в Артем, едете в Артем. Там тоже выходите на автовокзале, следующий чекпоинт – аэропорт. Значит, туда проще бегом добежать, потому что там пробка огромная до Оренбурга. Бежите в аэропорт, покупайте билет в Москву, летите в Москву. Сразу скажу, самолет приземляется в Домодедово. Вам нужно в Шереметьево. Если есть возможность, пересядьте прямо в воздухе. Если нет, просто приземляетесь в Домодедово, выходите, там будет стоять такой высокий статный дядька, такой, у него брови такие густые, блондин. Вот он вам не нужен, просто мимо проходите. Значит, спускаетесь в метро, значит, едете в Шереметьево вы заходите, говорите, женщина, мне нужен билет в Польшу. Летите в Польшу. Значит, там приземляетесь во Вроцлаве, во Вроцлаве. Значит, выходите, говорите, ну, берете любой транспорт, там, хоть коня. Кстати, это в Польше дешево. Значит, ну, предположительно, скачете в Варшаву. Значит, приезжаете, там, на площади в Варшаве уже выйдете и там спросите. Это вот там конец очереди? А, вы про конец очереди. Мне просто послышалось, вы спросили, как попасть в Варшаву. Конец очереди здесь, я последний. А спонсор нашего выступления – пьющий батя-врач. Пьющий батя-врач. Вместо пилюлей – пилюли. Русь, нафига ты это сказал? Это не смешная шутка. Она беспонтовая. Слушай, да нафиг иди. Попробуй сейчас сам написать. А что не досказать вот так? А что ты нажигаешь? Ну, достал меня да, уже. Да пацаны, да что вы ссоритесь опять? Русь, а действительно, чем мы ссоримся? Мы же с тобой столько пережили. Ведь и правда. Помнишь, ты бусинку в нос засунул, вытащить не смогли и пришлось скорую вызывать? Да когда это было, я даже не помню. Вчера. Люх, ты задолбал уже, реально. Ребят, успокойтесь. Это же синий зал. Синий зал? Это на день города партизанский ДК. Так, все, хватит ругаться. Давайте покажем что-нибудь. Миниатюру, например, еще одну, так прямо. Итак, представьте показ мод китайских курток.
Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Мы сегодня относительно немного говорили про Партизанск, и сейчас объясним почему. Вы, наверное, все в курсе, что сейчас в Приморском крае животные буквально сошли с ума и выходят в город. В общем, вот это видео нам прилетело из Хабаровска. Еще раз запустите его, пожалуйста. Чувствуете эмоции, да? Страшно, человеку. А вот это видео из Партизанска. Снимаешь, нет? На, тихо. Он голодный. Алло, Настя! Тигр на дороге стоит прямо. Такой большой. Друзья, вот хоть у кого-нибудь, хоть на секундочку показалось, что человеку страшно. Короче, уважаемая жюри, если мы сегодня без лауреатства, мы вас туда на экскурсию свозим. А закончить хотелось бы песней, которая вот уже лет 15 не сходит с первых мест хит-парадов партизанского радио. В ДВПУ снова КВН, и опять полный зал. И ведущий прекрасный нас вновь на сцену позвал. Мы скучали по вам, по всем, я вам честно скажу. И сегодня торжественно я покал подниму за прекрасный, за фестиваль, за жюри и за зрителей, за кулисы, за новые и за шутки кайфовые, за крутую ведущую и за песню длиннющую, не смешную такую всю. Поднимаем бокал. С вами была команда КВН-7Б, спасибо! За глаза твои карие, за ресницы шикарные. Ну что ж, давайте еще раз поаплодируем. Открывать фестиваль всегда нелегко. Первая команда отлично начали. Аплодисменты, друзья! Разволновалась немножко. Танцевать давно не танцевала. Ну что ж, продолжаем. Друзья, продолжаем. И вторая команда, которая выйдет на эту сцену, интересная, необычная команда. Представляет она пожарно-спасательную академию. И так и называется — ПСЖ. Встречайте! Красно-белая машина, в ней пожарная дружина. Я не понял, где пожар? Какой пожар, ребята, какой пожар? Мы же сегодня в КВН пришли играть. Подожди, стой. Какой КВН? Какой КВН? У меня поступил вызов на 01. Горит кампус, ДВФУ, синий зал. Здесь пожар. А от кого поступил такой вызов? Ребята, я вызвал! А где огонь, Женечка? Огонь? А огонь в моем танце. Ну что ж, раз он уже начал, нам придется продолжать. С вами Академия МЧС, команда по собственному желанию. Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Итак, представьте, ну очень педантичный десантник. Заводовы! Все в понтон! Наверное, с каждым из вас была такая ситуация. О, Саня, здорово. Привет. Ну смотри, это мой район, моя компания, как бы, знакомься. Денис, Женя, Петя, Вася, ну и, конечно, Дима. Да, Саня, есть курить? Блин, я свою дома оставил. Возьми у Димона.
Не, Саня, я не буду курить. Ну, смотрите. А давайте представим, если в GTA были русские машины. Перед вами выступала команда Академии МЧС по собственному желанию. Нашим выступлением мы хотели показать, насколько мы слаженная и дружная команда. Когда мы едины, мы непобедимы! Ну что ж, спасибо большое команде Пожарно-спасательной академии. Давайте еще раз поаплодируем. Друзья, новая команда, ребята старались, им нужна поддержка. Продолжает сейчас на сцену выйдет уже более опытная команда. Команда, которая родилась, можно сказать, на подмостках Лиги КВН, сцены Лиги КВН ДВФУ, и мы этим гордимся. Ведь эта команда теперь играет в Салехарде и представляет нашу лигу и наш университет. И, между прочим, очень успешно. А команда называется очень просто ТП. Встречайте. ТП. Жемер, мы стараемся! Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, мы уже третий год играем в Лиге КВН ДВФУ, и пора раскрывать карты. На самом деле мы с Ариной брат и сестра. Ну мы вот такие брат и сестра, что если в детстве дома что-то сломалось, то это не мы, это собака. Так у нас же не было собаки. Прикинь, какая-то левая собака приходила, что-то ломала. Ну мы такие брат и сестра, что если кому-нибудь из нас в гости приходила вторая половинка, кто Арина комнату освобождает? Ну, мы такие брат и сестра, как бы не из богатой семьи, но с шестыми айфонами ходим. Подворовываем мы. Да даже воруем. Если вы два идиота, я и он. Вот знаете, на нас посмотришь, и сразу понятно, кто все лето на море купался, а кто бабушки на пирожках сидел. Да, Жек, щеки ты, конечно, отожрал. Чего? И пузятина вон какая огромная. Арина, ты понимаешь, что из-за такого мы не пройдем с тобой в сезон? Ну, в сезон, может быть, и не пройдем, а вот в СИЗО, я, кстати, договорилась, у нас там батя сидит. Команда КВНТП, ну что ж, начинаем. Мама! Ну и для начала песенка про Василия. Парень был Василий очень дерзкий. И базар не мог свой фильтровать. Крикнул дагестанцам: «Слышите, черти!» И Васю больше не видал, никто не видал. Помолимся за Василия, нарвался сам на насилие. Мама, где рядом с ним, не забываю, где забывай твой. А всем известно, что недавно проходили выборы в президенты кампуса, и победил Алексей Обрядов. Итак, давайте представим, Владимир Жемер передает обязанности Алексею Обрядову. Лёшка, Лёшка, мальчик мой, подойди ко мне. Да, да, Дон Жемер. Вот смотри, я за свои 2 года правления в кампусе установил везде урны, и все. Давай, положи в них пакеты. Удачи! Спасибо, спасибо, спасибо! А теперь песенка про удивление. У Светки Соколовой удивление.
за кражу дали 40 лет. И ей теперь несут на день рождения чай и 8 блоков сигарет. Розовые шконки, у-у-у, в камере девчонки. Друзья, представьте, старая опытная работница паспортного стола передает опыт молодой. Так, в общем, запоминай золотое правило, ага. Мы начинаем работать в 10:30. Так двери мы открываем в 9? Ну, двери открываем в 9, а вот работать начинаем в 10:30. И вот вообще, что значит табличка на двери 15 минут? Это значит, что у нас есть 15 минут на обед. Нет, это значит, что на обед у нас неограниченное количество времени, потому что кто знает, когда эти 15 минут начинались? Да зачем вы так делаете? Нельзя ли просто нормально взять и начать работать? Почему нельзя просто элементарно улыбнуться посетителям, быстро принять их документы? Они же вам будут всегда благодарны. Давайте уже наконец-то делать паспорт быстрее. Нет. Друзья, что хотелось бы сказать в конце. Вот фестиваль, серьезная игра. Все команды борются за прохождение в сезон. И мы твердо решили. Мы идем в столовку. Яр, тебе что-нибудь надо? Команда КВНТП, ну что ж, спасибо, друзья. Спасибо, спасибо большое команде КВНТП, друзья. Давайте поаплодируем. И продолжим. Следующая команда, которая выйдет на эту сцену, тоже необычная. Необычная она тем, что начали они выступать в прошлом сезоне, будучи еще школьниками. В этом году кто-то из них уже выпустился из школы, кто-то еще до сих пор учится в школе. А школьникам, ох, как нелегко найти время, между прочим, для того, чтобы поиграть в КВН. А эти ребята справились. И поэтому мы должны их поддержать. Команда КВН «Школота», город Артем. Встречайте, на сцене команда КВН «Школота»! Джамайка! Джамайка! О, Данил, а ты чего с гармошкой? Опять с баянистом из Хари Кришны подрался? Ну, так сказать, дал Хари по Хари. Знаешь, смотрю на тебя и думаю, ну откуда столько смелости у гибрида лилипута и цыганки? Слушай, а что это мы разговорились вообще, а? Ну, вообще-то я красивее. До конца договаривай. Красивее, чем лужа, не более. Ну что, здравствуй, ДВФУ. Значит, настало время представиться, да? Это у нас Максим. Ты такой хищник. У Максима есть одна интересная особенность. Максим, скажи бармен. Да без Б. В смысле? Армен. Так, ребята, прекратите все это! А это Сергей, да. Николай, Николай, Николай. Ну вы поняли, Сергей. А спонсор нашего выступления – артемовские дипломаты. Артемовские дипломаты. Ну че, сядем, поговорим. Слушайте, тебе говорили когда-нибудь, что ты чмо? Нет. С почином. Ну что ж. Ребята, ребят, а команда «Серебряный рог» скоро выступает? Ну, минут через 15. А, ну поскорей бы, поскорей. Ну, поскорей так поскорей. Команда КВН «Школота». Мы начинаем! Итак, начнем. Друзья, вы наверняка слышали, что совсем недавно, неподалеку от Артема, открыли игровую зону «Приморье». Итак, представьте, придурок в казино. Нам нужен стул. Итак, придурок в казино, да. Full House. Электрохаус, ёма! Let's go! Ну и что хотелось бы сказать в конце нашего триумфального шествия, точнее показать.
Такая ситуация в Артеме происходит практически ежедневно. Ты че? Да че? Ты че? Да че? Слышь, Щегол, ты че? Да че такое-то? Слышь, малой, ты че творишь? Остепенись! Что вы делаете, господи? Слышь, Щегол, ты че тут зарос весь, а? Артемовские парикмахеры, пожалуй, самые заботливые парикмахеры в мире. А ты че такой потлатый? Ты че потлатый такой, а? Ты че? Сергей, ты вот недавно ЕГЭ сдавал, я слышал. Да. Ну что, рассказывай там, куда поступил, что? Служит брат мой на границе. Мне граница ночью снится. Я немного подрасту, встану рядом на посту. Охранять отлично край мой пограничный. Герой за народ горой. Горой за героем народ. Герой. И что, даже в рыбу не взяли? Да капец вообще. Знаете, в конце хотелось бы как-то запомниться. Да, да вот запомниться, да. Так, что прям в голову въелось. Вот прям вот так вот. Вот, вот, вот так, вот так, вот так, да? 5-5-5-3-5-3-5. Проще позвонить, чем у кого-то занять. Да, спасибо, команда КВН «Школота». Будем еще раз знакомы. Друзья, давайте поаплодируем. Школьники, а так готовятся, так задорно выступают. Здорово же. Продолжаем. Продолжаем. Друзья, много разных университетов приняли участие в нашем фестивале, в том числе и Тихоокеанский государственный медицинский университет. Видимо, есть болельщики, можно поаплодировать. Давайте. Это здорово. Болельщики, это всегда здорово. Ну, здравствуй, ДВФУ! С вами команда КВН ТГМУ «Лечо». И в ваших головах может родиться сразу вопрос. Почему мы, медики, стоим здесь, на этой сцене? Все очень просто. К сожалению, зарплата врача не такая уж и большая. А на кону 30 тысяч рублей. Хороший куш, не правда ли? Азия, о чем улицы говорят? Азия, как Тайло убегает. Азия, это в рэпе просто я, Азия. Так, ты себя-то контролируй, а? В общем, мы будем играть вместе с вами. Как деньги будем делить, я уже придумал. Нам 90%, вам там остальные. Так, 10. Подожди, стой. Вообще-то мы команда из медицинского, если ты не заметил. Ну и что? Мы тоже из медицинского. Восточная медицина тоже медицина. Вот, например, Игорь. Он занимается иглоукалыванием. Подумаешь, бьет людей кактусом. Это вообще никак не иглоукалывание, понимаешь? Мы из медицинского, Лёва. Что ты? Ну, пожалуйста, возьмите нас в команду. Ну хорошо, возьмем у вас команду. Все согласны? А я против. Почему? Почему я еще не придумал? Ну я возмущен. Я тебе покажу, возмещен. Как так-то? Ты вообще кто такой? Энхатаджанда, он у тебя мобатах пулани. Хотя хану гулуган хоби, да? А? Он у тебя мобатах пулани. Встань, пожалуйста, назад. И вообще, пожмите друг другу руки. Идиоты. Команда КВН «Лечо», мы начинаем. А мы продолжаем. Первая миниатюра «Азиатское преступление». Молодой человек. Да? Дайте телефончик позвонить, пожалуйста. Ну, хорошо. Спасибо. Брат, телефон верни. А ты попробуй найди. Игра в мафию. Город засыпает, просыпается мафия. Просыпается мафия. Да проснулся я, проснулся. Че, не видно, что ли? Играем заново. На приеме у терапевта.
Здравствуйте, доктор. Пожалуйста, скажите, сколько мне осталось? Ну тут пельмени 10, будешь, дай, дай. Спасибо, доктор. Очень жадный гопник. Стопе! Приседоны! Ты из какого района, слышь? Опа, це. Ну-ка, айфончик подогнал, айфончик по... Опа, це. Семена не вообще! Опа, сыпа пошла, ну-ка, за ней, пацаны, за ней. Дорогие друзья, и что мы хотели сказать в завершении нашей миниатюры и вообще всего нашего выступления? Нам очень приятно, во-первых, то, что мы первый раз на этом фестивале. Очень здорово. Пожалуйста, возьмите нас в сезон. Мы очень хотим играть. И, ну, и можете нам дать еще 30 тысяч рублей. Мы будем очень рады. С вами была команда КВН «Лечо». Спасибо. Спасибо большое команде КВН «Лечо». Вот так вот по-честному ребята в конце сказали. Молодцы. Ну что ж, давайте им поаплодируем, друзья. Не забываем, всем аплодируем сегодня. Такое правило у нас на КВН. Продолжаем. Честно говоря, не могу сказать много про следующую команду, потому что много про нее и не знаю. Поэтому посмотрим сейчас с вами вместе, что же там за команда. Представляет она Дальневосточный федеральный университет, а называется «Максималисты». Встречайте. Команда КВН «Максималисты» по максимуму. Ну что ж, привет, фестиваль! Хей! Хей-хей-хей-хей, народ! Встречай максималистов! Здрасте, здрасте, здрасте. Ну что ж, дорогие друзья, очень ответственная игра. Кто что подготовил? Ребят, я вам не говорил, но я могу закадрить любую девочку в этом зале. Подожди, Артем, какое-то несоответствие картинки и звука. Понимаешь, твое лицо не создано для этих слов. От них хочется слышать... Бабушка, дай еще добавки. Или например, моя мечта стать волонтером. Или, в смысле, ты меня любишь только как друга? Ну, в общем, подумай. Ребят, не хотелось бы вас перебивать. Конечно, хотелось бы. Но у меня есть такая скорбная новость. Я недавно рассталась с парнем. Но зато теперь я открыта для любых предложений. Прямо как порт Владивостока? Да. И никто не знает, что с тобой делать? Да. Прикольно. Ну что ж, команда КВН «Максималисты», поплыли по волнам юмора. А щекастый резво начал, поехали. А такое бывало с многими. Итак, представьте, парень на важном мероприятии думает о всякой чуши. Лада, седан. Да-да-да. Баклажан. А, прилипло. Вот сегодня, когда гопники подошли, сотку спросили, надо было ответить, вам в рублях или в гектарах? Ну смешно же. Интересно, а если скрестить коня и велосипед, это что получится? Конь педальный? Прикольно. И президентом кампуса становится Алексей Обрядов. Поздравляем вас, поздравляем! Ребят, ребят, все прям супер смешно, только давайте щекастого выгоним. Ой, Влад, ты только и можешь говорить об этом, а? Лучше бы сам что-нибудь показал. Легко. Дорогие друзья, ничего не придумываем, все берем из жизни. Давайте представим, молодой человек принимает роды у дракона. Так, ну, слава богу, не первый раз в такой ситуации. Так, давай на меня. Дыши, женщина. Ну, дышите, дышите, дышите. Ой, огонь, господи, лицо все в огне. Ну, женщина, ну, что? Ой-ой-ой, вы посмотрите на него. Ребята, а давайте-ка поможем Владиславу найти актерское мастерство.
А где актерское мастерство? А вот оно все. Ой, раз ты такая крутая актриса, давай что-нибудь сама покажи. А легко. Миниатюра «Скупой маньяк». Мальчик, а ты не хочешь конфетку купить? Ребята, а вы где слова берете? Просто у меня нет. Ласточка моя, я твои эти намеки и без слов понимаю. Ну и на что она намекает? Что нам нужно показать финальный номер? А следующий номер про факультет Хогвартса. Пуффендуй. Ну, Пуффендуй. Это такой стрёмный факультет, как кафедра теологии в ДФУ. Ну, Пуффендуй. Помните, вот в третьей части сцена на Перу, там в углу такой парнишка в желтом сидел. В пуховичке. Вот он оттуда. Вспомнили? Отлично. Ребята, я историю вспомнил про Волан-де-Морта. Ты хотел сказать тот, кого нельзя называть? Да! В общем, тот, кого нельзя называть, сделал то, чего нельзя делать. И его наказали так, как нельзя наказывать. А вы знаете, что недавно профессора по зельеварению посадили в Азкабан? За незаконную продажу корня мандрагоры? Да не, за спайс. А, за спайс. Ребята, а меня на занятиях по телепатии научили читать мысли. Да ну, покажи. Итак, Артём, что говорят мысли? Он в багажнике зеленой машины. Да, Артём, у нас вообще какой-то стрёмный факультет. Все, я перевожусь. В Гриффиндор? Нет, в Далерфтуз. А у них же все так же, как у нас. Зато в центре. А, в центре. Дорогие друзья, ну а что хотелось бы сказать в конце? Сегодня знаменательный день, потому что Лиге КВН ДФУ исполняется 5 лет. И мы им приготовили замечательный подарок. Команда из 5 человек. Ну так себе подарок. Но зато другие команды вообще ничего не подготовили. Поэтому команда КВН максималисты. Цените то, что имеете. Спасибо большое. Действительно отличный подарок. Мне кажется, талантливая команда — хороший подарок для любой лиги. Давайте поаплодируем, друзья. Продолжаем. Следующая команда, которая выйдет на эту сцену, знакома всем, кто сходит на нашу лигу, начиная с ее открытия, с ее создания. Потому что команда это уже не первый год штурмует нашу лигу. И я думаю, в этом сезоне у них уж точно все получится. Хотя говорю я так каждый сезон. Но посмотрим, друзья. Итак, команда, представляющая инженерную школу, школу гуманитарных наук, школу экономики и менеджмента ДФУ. Кого смогли, того собрали. ДФУ, встречай. Друзья, добрый вечер, здравствуйте! Ну что ж, мы уже 4-й год в этой лиге, представляете? А нас никого не заселили в общежитие. Да-да-да. А меня заселили. Кстати, никому место за 40 штук не надо. Никита, тебя заселили в городское общежитие. Ну, за 30. В городское общежитие МГУ. Ну, пожалуйста. Так, ребят, нам сегодня нужно взять лауреатов. Не смейся. Значит, смотрите, для этого нужно чем-то удивить. У кого что есть? А я это. Могу пивные бутылки глазом открывать. Никита, многие могут пивные бутылки глазом открывать. Да, но не вот так, этим. Так, Никита, Никита. Ребята, у кого-нибудь еще что-нибудь есть? Ну, я, например, могу видеть прошлое. Правда, только свое. Ну и чем дальше прошлое, тем хуже. Так, ребят, таким образом мы лауреатов точно не возьмем. Давайте по старинке к номерам. Поехали! Эй!
так рад вас всех видеть! Саша, Глеб, вон ты симпатичный парень! Вы все такие красивые и замечательные! Мы с вами уже целый год не виделись, и так даже соскучиться по вам успели. Давайте я не буду тянуть, а сразу же начнем. Представьте, типичный учитель ОБЖ ведет 7 А в поход. Петр Николаевич, там в кустах змея! Вон там! Так, спокойно, дети. Сейчас я вам покажу, как поймать змею. Чтобы поймать змею, нужно думать, как змея. Петр Николаевич, но змея так не делает. Спокойно, ребят, мне на солнышке что-то раскумарило. Сейчас нормально все будет. Друзья, так уж получилось, что ДВФУ является динамично развивающимся университетом. Поэтому давайте посмотрим курсы повышения квалификации охранников кампуса. Не может без охранников король. Да, я перезвоню. Так, кто из вас на курсе повышения квалификации? Кто-то сказал, что там курсы? Так, сразу же ошибка. Смотри, значит, ноги должны быть шире. Ноги шире, да, шире. Ты наездник, 6 лет наездница, это да, шире? Это максимум. Давай, вставай. Вот она, позиция охранника. Отлично, иди ко мне. Значит, сразу переходим к практике, да? Значит, я студент, и ты заподозрил, что у меня в сумке алкоголь. Твои действия. Уважаемый студент, сумочку к досмотру. Слишком долго я тебя не понимаю. Студент, сумка. Короче. Сумка. Громче. Сумка. Громче. Сумка. Дави, вот, открой, дави сумка, его, дави сумка, его. Вот. Все, молодец. Существительный твой конек. Ага. Значит, смотри, следующее задание. Ты вдруг оказался в лифте со студентом. Как нужно располагаться в лифте? Ну, вот так. Ближе. Вот так. Ближе. Так. Ближе. Ближе, вплотную. Чувствуй его, чувствуй, что ты чувствуешь. Страх. Не бойся, ты здесь главный. Ты здесь главный. Значит, смотри, следующая ситуация, да? Ты внезапно почувствовал запах сигаретного дыма. Твои действия. Ну, выкинуть сигарету. Правильно, молодец. Ну что ж, это были все курсы, я поздравляю. Теперь ты новый квалифицированный охранник. Вот твой бейджик. Уху, бейджик! Главный будешь! Друзья, наверное, многие из вас видели в главном корпусе макет со строительством второй очереди кампуса ДВФУ. Но мало кто знает, что был еще и первый макет, который проектировало Харольское проектное бюро. Давайте посмотрим в кабинете данной компании. Так, значит, смотрите, в кампусе есть проблемы с местами, поэтому мы решили расположить много общежитий. Так, много общежитий, да? А что если... Так, вот эту и еще вот эту... О, по 8 человек в одной комнате жить будут. Так, ну ладно, смотрите, в кампусе есть проблемы с затоплением. Постоянно затапливают, поэтому разработали новую систему ливневок. Подождите, а что если мы над кампусом построим огромный стеклянный купол? А, блин, это в Симпсонах было. Что? А вот посередине построим огромный коттедж для президента кампуса ДВФУ. Так, господин Обрядов, идите домой. Хорошо, папа. Так. Значит, смотрите, давайте по всему кампусу постелим новый германский дорогой асфальт. М? Вы что, сумасшедшие? Дорогой германский асфальт? Здесь же студенты. Они его сломают. Поэтому мы ограничим движение по всему кампусу. Пусть если только на парковках. Ну, ладно, давайте. А про парковки, кстати, вот здесь мы поставили парковки рядом с каждым общежитием, чтобы было удобно студентам. М? Знаете, мне кажется, они не на своем месте, да? Вот собираемся сюда. Угу. Так, это Чуркин. Вот здесь им самое место. Слушай, ну давайте там, да. Так, а ну пошли вон от макета! Мы просто играли, это просто игра. Дорогие друзья, а закончить наше выступление мы хотели бы словами спонсора нашей команды. Значит так, на счет 3 я даю вам деньги, а вы возвращаете мне сына. Команда КВН «Кого Смолитова» собрали. Кому понравились, тому понравились. Спасибо. Спасибо большое, команда КВН «Кого Смолитова» собрали. Мы продолжаем, друзья. Сейчас
Хотелось бы сказать о том, что многие команды, которые прибыли на наш фестиваль, прошли, ну не многие, а все, прошли трудные, долгие редакторские просмотры, в ходе которых выступление команд менялось по-всякому, у кого-то становилось больше, у кого-то меньше. И вот есть команды, у которых выступление значительно сократилось, но от этого не стало менее смешным. Эти команды мы объединили в такой своеобразный блок, и сейчас этот блок из команд выступит для вас. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. Давайте встречать ребят. Мы начинаем с КВН ТВПУ. Все, кто в зале, пусть узнает нас весь вуз. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Эй, давай зажигай! 3 утра, это между нами. 3 утра, мы с вами в нирване. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами команда КВН 3 утра. Мы самая интернациональная команда. У нас есть китаец, кореец, японец, вьетнамец. Приятно познакомиться. Вообще-то я якут. Неважно. Так, девочки, у вас хоть что-нибудь смешное есть? Толь, конечно, есть. Итак, давайте представим себе ситуацию. Подруги собрались на шашлыки. Девочки, вот монгол. Вообще-то мы просили мангал. Блин. Вообще-то я якут! Неважно! Поехали! Итак, давайте представим себе ситуацию. Случай на ресепшене. А вы знали, что в 422-й хранят кальян? Угу. А вы знали, что в 611-й несанкционированная перестановка? Угу. А вы знали, что в 722-й мальчик с девочкой засиделись? Девушка, вы тут уже 3-й час передо мной стоите. Что вам от меня нужно? Да когда вы меня уже заселите? Дамы и господа, здравствуйте! На сцене команда КВН «Одинокий рейнджер». Поехали! Для начала представьте, барану в стаде стало скучно. Друзья, а совсем недавно проходили выборы президента кампуса ДВФУ. И у некоторых кандидатов были прям очень навязчивые предвыборные кампании. Алло, здравствуйте. Вы верите в Бога? Нет. Очень жаль. Ведь Никита Нечунаев сам помазанник Божий. Приходите на выборы президента кампуса ДВФУ. Спасибо. Ну и напоследок. А среди зомби всегда легко узнать кенийцев. Добрый вечер, дорогие друзья! Перед вами команда КВН «Все куплено», мы представляем город Партизанск. В вашем городе мы выступаем... Знаешь. В вашем городе мы выступаем первый раз, поэтому давайте познакомимся. Ну, я думаю, начнем с меня. Кто меня представит? Давай я попробую. Я могу. Кто? Давай я. Ну чё? Некому? Ну давайте тогда я. Вот это вот Никита. Про Никиту ходят слухи, знаете, что он такой вот двуличный, вот что он ведет двойную игру. Что? С чего ты это взял? Никит, ну понимаешь, все об этом говорят. Кто все? Называй меня по именам, я буду записывать в блокнотик. Никит, ну понимаешь, все кроме меня так считают, я-то думаю, ты нормальный пацан. Спасибо, Никита. Пожалуйста. Знаете, ребят, я вот тут подумал. Андрей, с дебютом. Красавец. Спасибо. Команда КВН «Все куплено» по миниатюре. Давайте представим. Достаточно необычная ситуация. Зомби-пикапер. Зомби-пикапер.
Дорогие друзья, и напоследок, если мы сегодня выиграем, просто вспомните название нашей команды. А если проиграем? А ты заткнись. Всем привет, с вами команда Quant Fix, и мы школьники из Артема. Вы, наверное, подумали, вот из Артема, это же пригород Владивостока. Ну это для вас Артем пригород Владивостока, а для нас Владивосток пригород Артема. Ну что ж, поехали. Случай в лесу. Кукушка, кукушка, сколько Сергею Валерьевичу Матлину, директором творческого центра, осталось быть? Ку-ку, ку-ку. Так и простоял мальчик в лесу всю жизнь. Добрый вечер, ДВФУ. На сцене команда КВН «Мята», город Уссурийск. Девчат, по-моему, мы кого-то забыли. Хотите прикол? Давай. Девочки, опять ваши тупые шутки? Команда КВН «Мадонабас», поехали! Случай на кампусе. Отзовись, симпатичная девушка. Я недавно видел тебя около корпуса А. Сам я альфач. Не подошел, потому что торопился. Анон. Все мы любим слушать музыку в наушниках. Как мы себе это представляем? Как это выглядит на самом деле? The eye of the tiger! Бытовые проблемы женщины-кошки. Песенка о наболевшем. От края до края очередь большая, и в ней исчезают все надежды и мечты. Я не постираю, сегодня не постираю, ведь нету свободной стиральной машинки. Постирай, на руках ты белье постирай. Постирай, там только носки. Ты стирай, быстрее, студент, стирай. Ведь скоро придется оплатить. С вами были команды КВН «Три утра» ДВФУ. «Одинокий рейнджер» ДВФУ. Команда КВН «Твикс» город Артем. Команда КВН «Мята», город Уссурийск. Команда КВН «Бананабас» ДВФУ. Спасибо! Слушай, спасибо большое командам. Вот видите, ребята, они испугались, выступили. Думаю, их ждет большое будущее, если мы, конечно, все вместе их поддержим, друзья. Вы знаете, сейчас информация для любителей игр КВН. 31 октября на сцене ФСК-холл состоится полуфинал Приморской лиги Международного союза КВН. За право выхода в финал будут бороться лучшие команды КВН Приморского края. Начало 18:30, а ведущий – капитан команды КВН сборной Владивостока Александр Мадич. Давайте поаплодируем этому. Да, и мы, конечно, не могли оставить это без внимания. Полуфинал все-таки очень важная игра. И решили разыграть билеты на эту важную игру прямо сегодня и прямо сейчас. В этом нам помогут члены жюри. Есть такая возможность? Микрофон есть у вас? Отлично.
Тогда давайте сейчас, у меня тут записано сразу, сколько у нас рядов, чтобы все было по-честному. Итак, давайте для начала, например, Юлия Дмитриева назовет число от 1 до 20. 13. 13, это ряд, 13 ряд. Все, кто сидят на 13 ряду, сейчас внимательно слушайте. И давайте Илья Табаченко сейчас решит судьбу. От 1 до 30 это место будет. 13. Итак, 13 ряд, 13 место. Кто сидит, друзья? Девушка, скорее сюда! Счастливая! Что же для вас тут есть? А для вас тут есть два билета на полуфинал, друзья! Кто может сходить, берите эту девушку, у нее есть второй билет. Давайте поаплодируем. Вам сегодня повезло. Вот так вот просто пришли. Пожалуйста, приходите к нам еще. Но у нас есть еще два билета. Конечно же. И сейчас Роман Ткаченко поможет нам назвать цифру от 1 до 20. 5. 5. Пятый ряд, друзья. Пятый ряд. Я приготовлю билеты. Ну, давайте Владимир Константинович, может быть, от 1 до 30. 1. 1. Пятый ряд, первое место. Есть такой человек? Есть такой человек, друзья, давайте поаплодируем. Будем рады увидеть вас на полуфинале Приморской лиги КВН. Эти два билета ваши, громкие аплодисменты счастливому обладателю, обладательнице. Ну что ж, и вы, друзья, все тоже приходите, хоть на вас и не выпало это счастье с бесплатными билетами, но они есть в кассе Паскахола, и мы вас очень ждем. А мы продолжаем, друзья. И сейчас на эту сцену выйдет сегодня много необычных команд у нас, каких-то таких новых со своим стилем. И следующая команда тоже отличается. Тову имени Макарова представляет эта команда, то есть, понимаете, да, все серьезно. И называется она «Макароны по-флотски». Встречайте. Так. Я не понял, что это здесь происходит. Как это вообще называется? Что это за внешний вид? Мы команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осиповича Макарова «Макароны по-флотски». Мы представляем лицо армии флота России. Да и в конце концов нас смотрят девушки. Где девушки? В общем, чтоб к этому разговору я больше не возвращался. А сейчас равняйсь! Смирно! Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ зритель! И мы начинаем. Вольно, разойдись! А курсанты — это те же дети, за которыми нужен глаз да глаз. Наверняка все сидящие в зале парни знают вторую часть статьи 207 устава гарнизонно-караульной службы, которая гласит о том, что ничего не должно отвлекать часового от выполнения его обязанностей. Шцк. Что такое? Это, видишь, фантик валяется. Ну так подними его. А, умный такой, давай вместе. Ну давай, на счет три. Раз, два, три! Ах ты, врунишка! Ладно, теперь серьезно, по-нашему, по-курсантски, так сказать. Давай. Раз, два, три! Че у тебя? Камень. И у меня камень. Блин, давай еще раз. Давай. Раз, два, три! Че? Ножницы. А у меня камень. Блин, ладно, посмотри направо, налево, нет никого? Да не, никого нет. Отлично. О, раз, два, три! Че? Подними каску, а? Ты че, издеваешься, что ли? А несмотря на тяжелые военные... Тихо, 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 успокойся, успокойся. Я дам тебе слова, обещаю. Я дам тебе слова.
Никакой рекламы. Просто у каждого военного парня есть своя косметичка. Все случилось так быстро, и причина флакон. Мой сын стал мужчиной, вот и он. Вот спайс уж на себя распылил, это запах мужчины. Мой сынок стал большим. Ну а своим выступлением мы бы хотели... Вась, ты обещал, помнишь? Можно, да? Да, конечно, давай. Спасибо. Вася! А что, так можно было? Ну, конечно, это же КВН. Крошка, позвони мне. Ау. Мы и так три показали. Это команда КВН, вот она готова. Ни одного плохого слова и припев попсовый. Пусть попробует нам только потом придраться. Вот мы приехали сюда, морские братцы. Мы выступаем тут для вас, не корпоратива. Так что давайте назовите нас попсой с вашим перемешку. Не обижусь даже, что любите перемешки. Макароны все равно лучше всех на свете. Назовите нас попсой. Спасибо, было вкусно! Здорово, спасибо большое, и мы продолжаем, друзья, мчимся дальше. Как я говорила, сегодня много новых команд, и вот еще одна команда, которая появилась буквально вот на этом фестивале. Команда, представляющая Дальневосточный федеральный университет, а конкретно школу гуманитарных наук и инженерную школу. Называется эта команда «Интригующая стая». Встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! На сцене команда «Стая». И как вы сразу поняли, я ее вожак. Вы, наверное, спросите, почему? Потому что я единственный мужчина в этой команде. Вот это вот, у меня даже девушка есть. Кстати, вот эта вот рыжая соска есть моя девушка. Вообще-то я не твоя девушка. Вообще-то ты не соска. Ну что, брат, начинаем выступление? Как ты сказал, брат? Стой, если у нас с тобой одна мама, это не значит, что мы братья. Тем более, посмотри на себя, ты вообще урод. А ничего, что мы с тобой братья-близнецы? Ну, близнецы, ну ты-то урод. Слушайте, ну семья не без урода, может, уже начнем? Вот беленькая правда говорит, команда КВН «Стая», не какой-то урод. Начинаем. Говорил мама, не стыки золотые. Человек, который неправильно реагирует на происходящее. У-ху! Езда, круто! Дом сгорел, отлично! Говорил мама, Кавказский Марио. Случай на районе. Папки есть? Да забили! У-ху! Дом сгорел! Деньги забрали! Отличный день! Передача «Жди меня».
Отведи меня, мама, на вход. Крайняя справа, заметь, счастливые два идиота, я и он. Говорила мама, мистики золотые. На границе Северной и Южной Кореи. Ну что, Южная Корея, страшно, страшно, страшно. Страшно, 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 бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Зато я не урод. Говорила мама, не стреки золотые курсы. Говорила мама. В наше время каждая школьница мечтает о крутом и брутальном парне лет 30. Итак. Итак, давайте представим такую пару на прогулке. Ну, давай рассказывай, что сегодня делала. Да вот, пятерку по географии получила. Ну, молодец, молодец. А ты что сегодня делал? Я, короче, с пацанами на джипе ездил, по другим пацанам стрелял. В GTA, что ли, играл? Да. Кстати, вот мой дом, мы пришли. Может быть, напоследок пососемся? Что, прости? Ну, пососемся, ну там... Ну, давай. Дорогие друзья, и в конце. Вот вы знаете, мы с моим братом уродом родились в многодетной семье. Но как многодетной? Нас было 400. И это только в одной комнате, но брат урод жил отдельно, конечно. Знаете, вот мое первое слово было «кроссовка», а второе «бери, покупай, братан, недорого». Знаете, все дети ходили в школу с азбукой, со знаниями, а мы в миграционную службу за регистрацией. В 10 лет я узнал, что фраза «беги, кит, прячься, менты». А вы бы знали, как тяжело прятаться в одном китайском бауле десятером, тем более с братом-уродом. Зачем вы все это говорите? А просто мы играем в Дунфу первый раз, хотели познакомиться. Ну что ж, Дунфу, будем знакомы. Команда Кольстая, спасибо! Ну что ж, спасибо большое команде КВН «Стая». Мы продолжаем. Еще одна информация для любителей игр КВН. Между прочим, у Лиги КВН «Дунфу» есть официальная группа ВКонтакте. И как бы вы думали, она называется? Лига КВН «Дунфу», конечно же. Как же еще? Именно там можно следить за самыми актуальными новостями движения КВН в Дальневосточном федеральном университете, друзья. В общем, самые актуальные новости у нас есть, их много, поэтому заходите в нашу группу. Следующая команда... начала играть еще со школьной скамьи в городе Находка. И вот они выпустились, поступили, разумеется, в ДВФУ. И сегодня они здесь, на этой сцене, сборная друзей. Встречайте! Сборная друзей хотела бы начать с песни про друзей. Бабок у него могу занять, чтобы его в баре угостить. А потом еще могу занять, чтобы ему прошлый долг отдать. Ведь мы же лучшие друзья, лучше, лучшие друзья. И поэтому могу вообще долг не отдавать. У-у-у! Ну здравствуй, Синий зал! Перед вами действительно выступает сборная друзей. Мы вот такие вот друзья с самого детства. Мы вот во дворе за одной девочкой бегали, а сейчас все выросли. Правда, никто еще ничего не добился, а она вон уже КВН ведет. Здравствуйте. Ну что, пацаны, решили играть в КВН? Там надо удивлять. Что такое? Не знаю, на физкультуре был, девочка какая-то лысина забыла. Девчат, не знаете, что это? Да успокойся! Вы теперь сидите, смотрите на нас, думаете, дурочки какие-то. Да нет, мы нормальные пацаны. Вон, Данил, например, на бюджет поступил. Никита в студ-офисе работает. Ильдар спайсы продает. Да не, ничего криминального. Он так называет чай. Так просто почему-то на кампусе лучше расходится. Ладно, ребят, есть какая-нибудь история? Опа, история, да? Короче, у меня история. Недавно в автобусе водилу обманул. Ну, на выходе даю ему, короче, пятихатку. Пока
он что-то там со сдачей. Я взял и вышел. Нет, ну потом понял, да, затупил немного. Я же все-таки на шатле, как бы. Ну что, сборная, друзья, больше без затупа, погнали! Часто такое бывает, что вас во дворе бьют, а мама с балкона всячески пытается вам помочь. А ну, убери руки! Руки убрал от моего сына! Он и мой сын тоже! Да, пап! Случай в отделении полиции. Отделение, слушаю. Первый, я преследую автомобиль. Какая марка? Лада Седан. А цвет? Белый. Белый Лада Седан. Итак, смотрим. Неопределившийся электрик. Не маню. Движемся дальше. Случай в цирке. Итак, встречайте, на сцене лучший в мире жонглёр ножами. Не моё. На потоке всегда легко узнать того, кто окажется бездомным. Сидорова 5, Иванов 4, Беленец 2. От души, Любаня! В последнее время на улицах стало как-то холодно, и на парах можно наблюдать вот такую вот картину. Так, пишем. Извините за опоздание. Емин, ты мало того, что опоздал, ты еще и в куртке! А мастер? Это куртка! А мастер? Это куртка! Давай забудем, а? Пиши давай. Ты еще и пиво принес? Это ручка. Это пиво! Это ручка. Это пиво! Давай забудем, а? Обычный день в студ-офисе. Следующий. Извините, я вам документы давал на стипендию для малоимущих. Фамилия? Иванов. Ищем. Следующий. Извините, а где наш преподаватель этики и семейной жизни? А, так я это, муж избил. А за что? Да она это, ребенка в подвале заперла. Она что, совсем ненормальная? Так не лезь в мою личную жизнь! Ну что ж, вот и подошло к концу нашего выступления. Мы играем в этой лиге в первый раз. И вы знаете, все, чего мы хотим, это чтобы после нашего выступления у Лиги Команды УФУ мы оказались в друзьях. А не в подписчиках, как я у Яры. Ну что за дела, а? Сборная друзей, спасибо! Любая беда будет тебе нипочем, если друг не мне поставит свое крепкое плечо. Здесь мы, здесь все друзья, мы! Здесь все друзья! Лига для вас, ты стала как семья! Спасибо! Спасибо большое команде КВН, сборная друзей, добавлю в друзья, ладно уж, раз так просятся. Сборная друзей, кстати, раз уж все такие друзья, уберите со сцены мусор, который остался. Я думаю, найдется среди друзей такой человек, который это сделает. Не может быть, что кто-то из друзей хуже, а кто-то лучше. Все равны, все сейчас выйдут и уберут, да, наверное, мусор со сцены. А может быть и нет, да, как бы, вот как оно бывает. Такие друзья, такие друзья. Что ж, продолжаем. Друзья, следующая команда, которая выйдет на эту сцену, имеет давние КВНовские традиции. Хотелось бы даже... Вот, спасибо большое. Да, хотелось бы отметить, что скоро у этой команды... Вот, молодцы.
В общем, о чем я? Следующая команда, которая выйдет на эту сцену, имеет славные КВНовские традиции. Скоро у этой команды, я бы даже сказала, этого бренда в приморском КВН юбилей, уже 20 лет существует эта команда. И на нашем фестивале все новые поколения этой команды всегда выступают с разными названиями. Сегодня название с намеком. Называется команда «Новые лауреаты фестиваля. Поселок Новый». Встречайте! Вот на прошлом фестивале мы уже были, а на этом мы впервые. Новый лауреат фестиваля, погнали! Команда с поселка из поселка, команда с поселка, дурные слегка из поселка, такая вот песня ловим кака. И ничего. Чё вы смотрите на нас, как на отсталых? Думаете, раз мы с посёлка, то всё, сразу кресты, да? У нас в посёлке вообще-то тоже есть айфоны и интернеты, зернова, оброк, опрыщики. Кайза, здесь сбор урожая! Так хватит, давайте начинать. На сцене новые лауреаты фестиваля, посёлок Новый, поехали! Дорогие друзья, мало кто из вас знает, но раз в 20 лет Пугачёва заходит в класс и забирает одного крепенького мальчика. А теперь представьте случай на концерте. Здрасте, можно ваш билетик? Да, пожалуйста. Ага, а её? Кого её? Ну её. Ух ты, господи! Василий не считал себя бомжом, потому что у него бровки домиком. А сейчас представьте, случай в криминальном районе. Полиция! Полиция! Ну вот, вот так бы сразу, а то менты, менты. Самый одинокий парень в WhatsApp переписывается с Розой ДВ. 80 рублей за штуку. А сейчас представьте, парень первый раз поцеловался. Колька, ты дебил! Ну я же пошутил! Варя, ладно, меня Колька поцеловал! Да что за школа-то такая? Еще и гимназия называется! Друзья, недавно мы разработали идеальную концовку для конца выступления. Итак. Это наша последняя игра. Мы играем уже 20 лет. И ни разу не становились чемпионами на фестивале. И вообще, сегодня я ухожу в армию. Ты уходишь в армию в мой день рождения? Как же это замечательно! В честь тебя я назову свою дочь. Ведь у меня сегодня родилась дочь! Алина, выходи за меня замуж. Как же здорово, что мне делают предложение на фестивале КВН, где собралось аж целых 24 команды из разных, не побоюсь этого слова, уголков кампуса ДВФУ и прилегающих к нему территорий. Друзья, если серьезно и без лирики, то хочется сказать огромное спасибо нашим родителям. Вернее, родителю. Ведь наш руководитель Скобенко Михаил Эдуардович воспитывал нас один.
Но как один? Конечно, у него ничего бы не получилось без ваших бурных аплодисментов! Ну и что хотим сказать в конце? Никогда не давите на жалость. Команда КВН, новый лауреат фестиваля. Поселок новый, а руководитель старый. Ну и конечно же, спасибо за сезон. Он прибудет за тобой. За мной. Спасибо, спасибо, команде КВН. Новые лауреаты фестиваля, я надеюсь, да? Положим цветочки вот здесь и продолжим. Друзья, давайте поаплодируем. Ребята, отличная команда, я считаю, прекрасная. Продолжаем. Следующая команда, которая выступит на этой сцене, уже выступала в Лиге КВН ДВФУ один сезон назад, насколько мне не изменяет память. Выступала довольно успешно, потом пропустили сезон, видимо, набрались силы, опыта, посмотрим, что будет. Команда представляет ГУЭС, называется «Кайп-69». Здравствуйте! Ну что ж, друзья, давно не виделись, рассказывайте, что... Что это такое, Вань? Это Кальян. Вань, я вижу, что это Кальян. Ты зачем с ним на сцену выперся? Ну как, на сцене еще уже холодно, а курить не хочется. Так, понятно. Слушай, Вань, нам с тобой уже по 20 лет, мы здоровые лбы. Может, уже пора завязывать шутки шутить? Надо завязывать с КВНом, устроиться на работу. Что? Ты что, дурак, что ли? С КВНом завязать? Это как вообще? Я ж не для себя, я для зрителя стараюсь. Ты понимаешь, я вот прохожу мимо афиши как-то, смотрю, две маленьких девочки стоят такие, там кто-то играет серебряный рок, 7Б, Кайп-69! Алло, мама, приезжай, Кайп-69! Мама на 15-ка, опа, Кайп-69! Дедушку зовите! Дедушка такой, ты что такое, Кайп-69? Ёлка-макарёк, заходит в... Огонь! Вас вот мы поняли, Вань. Слушайте, ребят, я, кстати, квартиру на Новый год нашел, теперь вообще не парюсь. Илья, тебя не смущает, что ты в квартире только в Новый год живешь? Слушай, а я смотрю, ты прям очень остроумная. Так, ребят, ну успокойтесь. Вообще, слыхали новость? Латвия хочет построить на границе с Россией 90-километровый забор. Ого, какой высокий. Слушай, Вань, а ты заметил, в Владивостоке стали популярны квесты? Да я в курсе, у меня дядя уже в Магадане 10 лет квест проходит. Кстати, ребятки, я знаете, что заметил? Я, короче, когда шутку не смешную говорю, вокруг меня кому-то начинает машина старая заводиться. Че за бред? Да вот смотри, слушай. Колобок повесился. Вы не слышали, что ли, серьезно? Смотри, гусалка села на шпагат. Негры загорают. Я тебе все кажется. Ой, ребят, знаете что, я ухожу. Что с ним случилось? Ты что, не знаешь? Его же девушка бросила. Серьезно? Слушай, Илья, я скажу то, что для тебя не будет новости. Этот мир не такой солнечный и приветливый, как кажется. Это очень опасное, жестокое место. И только ты дашь слабину, как он опрокинет тебя с такой силы, что больше уже не стать. Никто, ни ты, ни я, ни ведущий, никто так сильно не бьет, как жизнь. Неважно, как ты бьешь, главное, какой держишь удар, как двигаешь. Если сможешь, то встань и иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. И не нужно ныть, я не смог из-за того, из-за другого. Так поступают только трусы. А ты не трус, быть этого не может. Знаешь, когда ты был маленький, ты помещал себе на ладошках. Слушай, Ваня, это же из Рокки. Это из жизни. Ребят, я, кстати, вообще сериал «Шерлок Холмс» смотрю. Вот такой сериал. Ваня, тебе эти сериалы в жизни вообще никак не пригодятся. Да? У тебя очень большие круги под глазами. Следовательно, ты ночью отдыхала. Куда же ты могла пойти? Так вы пятибалльной шкале ты на троечку, мы ведро тебя бы не пустили. Значит, она была в дэнс-хаусе. Элементарно, рыбалки!
На тебе шерсть? Ты была с дагестанцами? Дело раскрыто! Команда «Конка» все делит. Поехали! Вырезанный фрагмент из фильма «Марсианин». Хьюстон! Хьюстон! Прием! Хьюстон! Господи, ну что такое? О, заработал! Всем привет, в эфире Радио Дача, у нас есть первый дозвонившийся, итак, представьтесь! Я Марк, я на Марсе. Отлично, Марк, ведь вам несказанно повезло! Тема сегодняшнего нашего эфира – картофель и способы его посадки. Рано или поздно такое должно было случиться. Случай в автобусе. Так, Некрасовская, за проезд передаю. Сейчас 6 утра. По-любому нету сдачи. Ну давай, не томи, отпусти меня с моей штукой. Этот щенок явно блефует. У него по-любому есть 19 рублей. Ладно, сейчас начну выдавать ему сдачу полтинниками. Да что там полтинниками? Черебасами. Я был готов к этому. Я расплачусь моим дельфином. И я был готов к этому. Терминал не работает. Работает терминал. Кирюха выпил 2 стакана. Чай, сахар, чай, сахар, чай, сахар. Можно предложить конфетки. А в конце хотелось бы обратиться к охраннику, который пропустил нас без пропуска. Олег, мы тебя не спалим. Как шадей, спасибо. Спасибо большое команде КВНК 69. Пока готовится следующая команда, скажу благодарность, которую забыла прочитать. Команда КВН «Новые лауреаты фестиваля» благодарит Приморский КВН и Павла Куприянова за то, что они были, есть и будут. Вот такая вот благодарность, не могла не прочитать. А мы движемся дальше. Вы знаете, КВН, он объединяет не только разные школы Дальневосточного федерального университета, но еще и города. Да, Илья Владимирович Томаченко на меня сейчас посмотрел с удивлением. А действительно так и есть. И следующая команда это докажет. Команда, представляющая ДВФУ, город Владивосток, и ТОГУ, город Хабаровск. ШИК, встречайте! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать. На улице холодно, а у нас сегодня будет жарко, ведь мы сегодня вручаем премию Государственного научно-исследовательского департамента астрологии, сокращенно ГНИДА, 2015. И у нас есть победитель. Выпускник юридической школы ДВПУ, краснодипломник Владимир Сахненко. Владимир, и у вас уже есть работа. 19-литровый бутыль славды нужно доставить по адресу Пологая 54А. А я напоминаю, что свои бутыли славды уже получили выпускники следующих школ. Школы экономики и менеджмента, школы гуманитарных наук, школы искусства, культуры и спорта. А также свои бутыли воды «Святой Источник» получили все теологи. Друзья, к чему мы показали этот социальный выход? К номерам! Друзья, а ничто так не бесит, как девушка, которая только что вернулась с отдыха? А, просто когда я побывала в этом месте, да? Я поняла, что это совершенно другой мир, серьезно. Просто идешь по этому городу и понимаешь, что это не Россия. Реально, в этом городе хочется жить, хочется творить, это просто супер.
Нифига себе, как тебя в Дальнереченске по башке шандарахнули. Да, я сразу поняла, что это не Россия. Представьте, парень, который не умеет подбирать слова. Дорогой, я беременна. Не, ну, ты красава. Ты долго шла к этому, старалась, заслужила. Респект! А настоящие подруги всегда остаются подругами. Варь, слушай, ты же с Колей рассталась. А, ну да. А ты не против, что мы с ним теперь встречаемся? А, ну нет, нет, ничего. Круто. Слушай, что новенького? Ну, у моего бывшего же тёлка новая появилась. Чё, по сути? Угу, такая овца. Чё себе. Ещё и тупая. Друзья, давайте представим, если бы девушки служили в армии. Итак, женщина-дембель у себя дома. А ну-ка, Тоня, иди сюда. Сейчас тебе мамка расскажет, как мамка служила. Аж бегу я как-то по Вьетнаму. Бегут на меня три вьетнамца. Я одному на, второму на, третьему на. Позабыла твоя мамка, что вьетнамцы тогда за нас воевали. А вот, Тоня, смотри, мои шрамы боевые. Значит, вот это 93-й год, да, шальная пуля. Вот это вот 98-й, осколочная граната. Это вот 2007-й, мамка твоя тогда Tokyo Hotel слушала. А вот, доча, смотри, мой дембельский инстаграм, значит, вот смотри. Это вот генерал твою мамку обнимает. Это вот генерал твою мамку целует. Это вот генерал нас с тобой с роддома забирает. Ой, мама, какие классные синие ногти! Это что, шлак? Да нет, это не вовремя люк в танке закрыли. Ладно, мам, давай, я пошла. Мам, можно в кино? Отставить! Можно Витальку за генитальку. Хотелось бы обратиться к директору творческого центра Сергею Валерьевичу Матвину. Уважаемый Сергей Валерьевич, ваш сын у нас. Выходи. И если вы хотите увидеть его еще раз, вам нужно выполнить наши требования. Значит, наши требования. Xbox, 6-й iPhone, и чтобы вы с мамкой на выходные на дачу уехали. Так кто это написал? На Новый год попросишь. Если серьезно, наши реальные требования, значит, лауреатство, Xbox, 6-й iPhone, и чтобы мамка на дачу уехали. Ну надо же как-то пацану помочь. Папа, сделай, пожалуйста, все, что они просят. С вами была женская команда КВН «Шик». И мужик. И сын Матвина. Спасибо. Ну что ж, спасибо большое команде КВН «Шик» за то, что мы знакомимся с семьей Сергея Валерьевича. Это так как это немножко приятно все-таки. Давайте поаплодируем, друзья. Ну что ж, друзья, мы вот фестиваль наш продолжается, уже даже, можно сказать, близится к концу. Я-то до сих пор не сказала, зачем все команды-то эти все это делают, зачем они тут выступают. Дело в том, что после этого фестиваля наше уважаемое жюри решит, где же дальше будут играть наши команды. После этого фестиваля команды смогут попасть в Лигу КВН ДВФУ, которая проходит у нас на кампусе, а также в первую Лигу Приморского КВН. Она будет проходить в Уссурийске. Здесь есть даже некая иерархия. Первая Лига Приморского КВН – это такая вот ступень чуть выше, чем Лига КВН ДВФУ. В общем, команды поборются, да. Поборы, хотя что может быть выше, чем Лига КВН ДВФУ? Ну что ж, друзья, следующая команда – это некий симбиоз Тихоокеанского государственного медицинского университета и МГУЭСа. Называется команда «Рома и Артем». Встречайте. Команда КВН «Рома и Артем». Надежда умирает последней. Yeah.
Здравствуйте, вас приветствует команда Гайнурова и Артем. Здравствуйте. Все четко, четко. Выступаем на фестивале. Вот сразу хотелось бы ответить на постоянный вопрос. Буквально постоянно подходят, задают. Почему Артем такой дебил? Да, подходят, задают вопрос такой. Почему такой дебил? Как ты прошел мою куртку? Жигай, вот такая дыра, вот такая. Люди, значит, спрашивают. Да, им виднее, Артем. Меня тогда тоже спрашивают. Спрашивают, а что это Рома такой жирный? Что такой жирный-то? Не спрашивает никто. Все спрашивают. Никто не спрашивает. Ну ладно, не спрашивают. А знаешь почему? Потому что ко мне подходит и спрашивает. Ром, ты такой прекрасный человек. Ты такой замечательный актер. Что же ты играешь с этой тупой дрыной? С кем? Я там играю просто с тупой дрыной. Вот. Вообще без конфликтов. Мы очень подготовились к этому фестивалю, написали 100 миниатюр, 100 шуток, отрепетировали и теперь готовы к фестивалю ДВФУ, да! Ром, ты слышал, Яру, тут как бы команды либо будут играть в этом прекрасном кампусе, либо поедут в Лигу в Уссурийск. Не слишком ли жестокое наказание для проигравших? Ну, вообще туда поедут только победители. Да. А лауреаты куда? В Магадан? В Сибирь лес вари! Лучшего актера расстреляем на месте. За лучшую шутку отрубим руку. Вот такой вот фестиваль. Ром, ну ничего не могу сделать. Вот выступим хорошо, поедем в Уссурийск. Как жалко, что мы не подготовились. Так хотели в Уссурийск. А теперь команда Квен Рома и Артем на релаксе. Ну и музыка сейчас, конечно, заиграет. Дорогие друзья, представьте такую ситуацию. Парень подарил своей девушке iPhone 6s в полной комплектации за 120 тысяч рублей. И она тут же его разбила в дребезги. Успокоился. Я же люблю тебя, Лена. Ты же дороже для меня всяких вещей. За 120 тысяч. В кредит. Знаешь, что самое плохое? У меня рекорд во вроде ниндзя пропал. Чего у тебя глаз дергается? Беги, тварь. Дорогие друзья, ну, немного о хорошем. Сейчас очень популярная тенденция в приморском КВН приезжать издалека и стебать провинциальные города. Не будем называть имен, просто почему партизанцы? Ведь есть большой камень! Итак, в единственном кафе в Большом Камне. Здравствуйте. Скажите, у вас есть макачино? Есть компот. Ладно. Может быть, есть экспрессо? А, сейчас, подожди, посмотрю сейчас. А, компот есть. Ладно. Может быть, есть что-то из еды? Да, да. Есть такой необычный суп. Он как бы из сухофруктов. Наваристый такой. Компот. Нет. Да. Вот ты большекамерский врунишка. Дорогие друзья,
сейчас, наверное, все уже знают, что за плохую успеваемость студентов с кампуса переселяют в городские общежития. Теперь представьте, человек, который уже год прожил в городе, приезжает на кампус для того, чтобы рассказать о городе своим друзьям. Да все по-другому. Да. Видел город грехов. Нет, посмотри, красный фильм. Именно красный. А на Владивостоке все по-другому. Там за проезд надо платить. Да. Зато есть плюсы. На крыльце можно курить. На каком? На любом. А главное, у них там, у Замостовых, у них свой президент. Некий Путин. А наш? А про нашего там никто не слышал. Так и у нас никто не слышал. Обидно, это все-таки я. Да. Дорогие друзья, всегда очень страшно, когда твой таксист припадочный. Любуемся. Да! Не люблю бытовые конфликты. Чего не любите? Тупой. Кто? Я. Как думаешь? Не знаю. Вот и мать говорит тупой. Кстати, едем по опасному району. Если что, держись меня. Держись. Держись, я сказал! Поуправляй пока рукой. Ты молодец! Ты молодец! А я не дам! Уехала. А ведь я почти тебя полюбил. Ладно, приехали. Нет, еще едем. Да, еще едем. Как говорил перед смертью мой дед, да ты не выстрелишь. Теперь точно приехали. Ясно. Как говорила моя мать, странная ты, Любка, странная у меня. Так вы женщина? Может, проще девушка? Ладно, вот 200 рублей. Да не надо уже! Артём, помнишь? Я говорил, давай вместе прыгнем на откате, иначе я как дебил буду. Да, да, помню. По-моему, ты забыл. Дорогие друзья, никто не слышал прогноз погоды? Нет. Там просто сейчас тайфун силу набирает. Рома и Артём называется. Он, говорят, всем крыши сорвет. Кого ты, которого Артём? Рома, Артём, все честно. Спасибо большое. Давай не говорим, Рома, Артём, все-таки хотят они в Уссурийск, видимо, да, так выступили, хотят, ребята. Ну что ж, продолжаем, друзья, команда КВН, Рома и Артём. Ну что ты будешь делать, слово сказать не дадут, уже увидели их. Ну давайте немного подождем, давайте послушаем какой-то белый шум перед выступлением этих ребят. Команда КВН «Рома Артём» благодарят директора Лиги ВС Каренчук Ксения за поддержку и обед, а также благодарят ректора Тихоокеанского государственного университета Шуматову Валентину Борисовну.
Ну что ж, продолжаем. Эта команда, как я уже поняла, всем знакома. Команда несколько лет подряд занимает второе место на финале Лиги КВН ДВФУ. И вновь триумфальное возвращение. Серебряный рог. Школа гуманитарных наук ДВФУ. А на сцене команда КВН «Серебряный рог». Надежда ДВФУ. Прости, Господи. Добрый вечер, дорогие друзья. Вот мы опять начинаем свое почти чемпионское выступление. Вот уже второй год подряд почти чемпионское. Как? Как, Сережа, мы могли проиграть в финале? И главное, кому? Всем вы? Вот эти вот... Здравствуйте, мы из партизанской, так, стой. Да нет, это партизан нормальный. Не-не, стой. Партизанск, это отстой. А, вышибал! Так, Калюш, ну что ты хочешь этим сказать? Да потому что не любят они Сережа свой город. А я люблю свой Дальнереченск. И я его никогда не предам. Да? Но при этом сам ты живешь во Владивостоке. Сережа, я просто хочу рассказать этому унылому городу об этом Лас-Вегасе Приморского края, Сережа. И, кстати, был я в этом партизанске. И что? Меня там убили. За что? Да потому что я пустобол. Друзья, начнем с простого. Все мы наверняка видели таких воздушных надувных человечков на автозаправках. Димон, а какой лучше, 95 или 98? 98. Вот такой! Продолжим. Итак, представьте, мама приводит своего сына в полицейский участок. Знаешь что, Егор, я тебя предупреждала, будешь маму не слушаться, тебя проучит дяденька полицейский. Маме, я больше не буду! Нет, я не буду это слушать. Здравствуйте, дяденька полицейский, а проучи мне, пожалуйста, моего сына. Мой Егорка, он всего лишь съел немытое яблочко. И как бы я его привела, чтобы вы мне подыграли. Подыграли, а не вот это вот сделали. Я на вас буду жаловаться, я жалобу на вас. Яблочко. Друзья, уже об этом ходят легенды. Дальнереченский артхаус. Итак, в парке на скамье. Наш мир — это иллюзия. Наш мир — это иллюзия. Наш мир — это иллюзия. Вы начинаете что-то понимать? Наш мир — это иллюзия. Наш мир — это иллюзия. Наш мир — это... иллюзия. А вы начинаете что-то понимать. Постойте, но ведь наш мир — это обман. Он об этом не говорил!
вам всегда приятно. Так, стоп, 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 Сереж. Я решил уйти с команды. Почему? Ну что, мы 2 года играем, постоянно вторые места занимаем. Никакой перспективы. И вообще, я раньше играл в крутых командах. В каких? В КСТС? Ой, Сережа, кто бы говорил? Вот это твоя фача беспонтовая. Журбей вот этот вот. Он что, король какой-то? Вообще-то Журбей и есть король. Встречайте короля! Скучал по мне, пирожочек? Это ты тут крякаешь? Ну да. Так, короче, молодой человек, давай-ка решим вот этот наш с тобой спор методом Мутовкина. А именно, горячим танцем. Друзья, перед тем, как мы начнем танцевальный батл ветка, я обязан спросить, в каком стиле вы будете выступать? Мой стиль называется «Костлявый тверк». А ваш? Да не, режиссерский джаз. Точнее? Джаз-нога. Конкретнее? Фолк-дэнс. Понятнее? Ну, типа фоком. Понятно. Итак, начали. По нашему выступлению заметно, что нам уже исполнилось 24 годика. И вы знаете, мы в 24 годика играем в КВНчик. Вот остальные мальчики в 24 годика зарабатывают денежки, ездят на тачечках и цепляют тёлочек. А мы играем в КВНчик. Команда КВН «Серебряный рок». КВНчик — это круто. Радует эта движуха, радует жизнь. И может где-то лучше, где покажи. Вместе заходим эти миражи. Мы свое возьмем, пусть папка полежит. Радует эта движуха, радует жизнь. Ну что ж, спасибо команде КВН «Серебряный рок». Команда КВН «Серебряный рок» выражает благодарность автошколе «Проби» и лично Юлии Каратаевой. Что ж, друзья, сейчас следующая команда, которая будет... Я прошу вас... это команды, да, поэтому я прошу вас остаться. Последняя команда, завершающая сегодняшний фестиваль, тоже по праву завершает сегодняшний фестиваль, потому что команда неоднократно становилась чемпионом Лиги КВН ДВФУ 2. Команда выступала в каждом сезоне Лиги КВН ДВФУ. Они ангелы-хранители Лиги КВН ДВФУ. Не знаю, как еще их объявить. Ребята, которые представляют не какой-то университет, а просто город Владивосток. Команда КВН «Шаровики». Встречайте. Команда КВН «Шаровики» на школьном родительском собрании. Школьная пора, при всякой погоде пропадали годы. Главное, чтобы это все не в крышу. Это главное. Место занял? Согласен с тобой, абсолютно. Слышь, да, интересно, что посмотрел. Смотрел мультик «Флиппер и Лопака»? Вот, ну стой, вот ты говоришь «Путин». А чё Путин? А чё Путин? Здравствуйте, товарищи родители. Давайте начинать. На повестке дня Ефименко. Чё там мой козёл опять натворил? Ваша Настя. Игоря же посадили. Ваша Настя приходит в школу, мягко говоря, не в очень хорошей одежде. Ну я даже больше скажу, как бомжа одета-то и всё. Алексей Борисович, вот убедительная просьба, купите дочурке школьную форму. Нет,
я тебе чё эти деньги? Курю? Я тебе чё эти деньги? Рожаю? Я тебе чё эти деньги? Арендат? Спасибо, я понял. Мамука Саявушевич. Так. Здравствуйте. Привет. Давайте поговорим про вашего мальчика. Давай поговорим. А два дня назад он избил полкласса. Один? Да. От молодец, он да, красавец у меня сильный, а все остальные лохи, чмошники так... Мамуку. Да. Прекратите. Он еще в школу приносит кое-что запрещенное. Испанский хамон? Нет. Вот что тебе этот Путин сделал? Путин. Что Путин-то опять? Да разворовали страну. Хатчики, блин. Жарко тут у вас. Так. Так посвежее, да? Вот. Фреш. Павел Николаевич. Да-да. Ну, у вашей дочки плохая успеваемость. У моей дочки плохая успеваемость, да. Двойки по всем предметам. По всем предметам двойки. К ЕГЭ не допускают. К ЕГЭ я еще не допускаю. Вы наймите ей репетитора. Нанять репетитора, мне кажется, нужно. Значит, варианты. Да, смысл там. Это невозможно. А, Артем Андреевич. По факту! Фактец! Давай, сразу по факту! Хорошо, по факту. Ваш сын. Какой? Геннадий, Афанасий, Ильдар, Альберт, Артур, Семен, собака с третьего подъезда, главврач моей собаки. Кто? Юра. Вы нашли Юру? Что значит нашли? Но он к нам 10-й год ходит в школу. Я его в 95-м как в компьютерный клуб отдал, думал, что-то засиделся, малеха. Стой, подожди, худой. Вот ты, вот Путин, да? А ты вспомни, как раньше было. Подошел, копеечку кинул, лимонад тебе налил. Сейчас подходишь к банкомату, суешь карту, проверить деньги. А чё проверять-то? А чё там проверять? А там нет, а поступлений нет никогда. Только банк себе всё забирает. Всё за карту оттуда трилюет. А ты говоришь, Путин. Алексей Борисович, пожалуйста. Вот смотри, чей Крым? Ну, наш. Нет, мамука, Саявушевич. Наш! Так, товарищи родители, давайте об актуальном. Через неделю будет Хэллоуин, и я предлагаю пригласить к нам в школу ведущего. Ну, ни в коем случае нет. Почему нет? А? Где-то это да, был 74-й корпоратив этот Плесень Плюс и Анжелина Павловна. Анжелина Павловна Кросби это все вела там. И, а у нее какая ситуация была? Пила самбуку и загорелась морда у нее. Загорелась морда. Это огнем плюется, видите? Плюется огнем. Я говорю, ты угораешь, что ли? Я говорю, ты угораешь, что ли? А она на пол легла, горит. Я говорю, ты... А я так понял, она угорает и горит. Угорает. Я говорю, ты что, драконика тут угорает? Алексей Борисович. Знаете, с таким отношением ваши детишки даже школу не закончат. Ну вот я закончил школу. И чё, я сейчас работаю с слесарем? Я в роли на кассе стою. Я таксист. Я шейх. Ну там не подумайте, в смысле, это наследство. Роял Бургер, думаешь, что не наследство, что ли? Дорогие друзья, что остается добавить? Мы с ребятами, мягко говоря, играем в КВН давно. Да что? Даже засмущался Лёшка. Вы знаете, мы заметили такую тенденцию. Финальные слова никто никогда не слушает в финальной песне. Поэтому мы взяли и написали песню лично для себя. Вы не послушайте, а мы покайфуем и попоем. Да, пацаны? Конечно. Да, поехали! Я ем на обед! Доширак с грибами, на ужин я ем. Доширак с грибами, на завтрак я ем. Доширак с грибами, на полдник я ем. Молоко с печенькой, шарики круто.
шарики в глаз. После игры сходим в магаз. В левой руке пиво, в правой руке квас. Мы здесь не сходили в магаз. Фестиваль! 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 Мы пошли! Ну что ж, спасибо большое команде КВН «Шаровики». Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но «Шаровики», уберите со сцены деньги. После вас со сцены в деньгах. Это невероятно. А пока «Шаровики» убирают со сцены деньги, я приглашаю все команды участницы фестиваля на сцену под ваши аплодисменты, друзья мои. Ну давайте погромче, немного осталось. Хе-хей! Пока жюри совещается принимать какое-то решение, сегодня очень много нужно решить. Нужно решить, какая команда получит лауреатство первой, второй, третьей степени. Лучший актер, лучшая шутка, что-то еще, я даже не знаю, что. Лучшая актриса, между прочим, тоже есть. Я так думаю, это лучшее открытие фестиваля, да? Вот казалось бы, ломаем стереотипы. Похоже на «Оскар», а нет, открытие фестиваля. Никакого вам актерского мастерства. Друзья, команды, предлагаю вам поаплодировать зрителю по традиции. Все выселили, всем аплодировали. Громче, ребята! Замечательный зритель. Лига ТВПУ славится этим замечательным зрителем. И пока жюри принимает решение, еще немного информации, которую вы обязаны знать, как очень наш, как говорится. Все новости Приморского КВН, а также анонсы мероприятий, фотографии, видео сегодняшнего, в том числе и мероприятия, можно найти на официальном сайте Приморского КВН, а также в группе ВКонтакте. Сейчас, кстати, там проходит конкурс репостов. Вот сегодня мы уже разыгрывали билеты на полуфинал, и эти же билеты на полуфинал можно выиграть с помощью самого обычного репоста. Репостите запись про полуфинал Приморской лиги КВН, который состоится 31 октября, и выигрываете, скорее всего, я надеюсь. Поэтому все, не раздумывая ни секунды, добавляемся в группу Приморского КВН. Там просто такие истории творятся, ребята, боже мой. И официальный аккаунт Приморского КВН в Инстаграм, PrimKVN. Самые актуальные яркие фотографии с игр можно найти там. Хэштег PrimKVN, кстати. Я видела, все фотались поголовно сегодня. Хэштег PrimKVN. О, устала я так много говорить. Много, действительно, но жюри все еще принимают какие-то решения. Вот озвучу благодарность. Команда КВН «Шаровики» благодарит Сергея Валерьевича Матвина, между прочим. А давайте, друзья, мы тоже Сергея Валерьевича поблагодарим аплодисментами за то, что мы имеем возможность здесь находиться сегодня и играть в КВН и наблюдать такие замечательные команды. Вот, что же еще вам рассказать, друзья? Да, сейчас жюри решает не только номинации, но и какие команды в какую лигу попадут. Лига КВН ТВПУ — это студенческая лига. Ну, то, что они решают, это еще не значит, что они озвучат. Я просто машу головой, да, что нет, они не обязательно озвучат. Сегодня, если хотите узнать, кто в какую лигу попадет, заходите на наш сайт, между прочим, и в группу. Вот так вот, нет у вас выхода, все, в тупике. Не хотите что-то узнать, заходите в группу. Следующее, вот уже все. Не могу не придумывать больше, что говорить. Это прекрасно. И пару слов об игре и сразу какие-то номинации, наверное. Кто готов, кто первый. Всегда жюри так стесняется. Давайте жюри поддержим. Не просто им было сегодня. Только Роман. И первый возьмем слово. Роман Ткаченко, ваши аплодисменты. Бывший КВНчик, между прочим. Да, бывший. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за игру. Спасибо Дальневосточному федеральному университету за то, что устраивает такие игры и собирает столько много команд, развивает КВН. Давайте этому поаплодируем все вместе. Ну что ж, перейдем к результатам. Я не знаю, вам лучше знать. Что вы хотите объявить, Роман? Ну что ж, друзья, лучшим актером сегодняшней игры признается Иван Захаров, команда КВН «Кайф 69». Иван Захаров, «Кайф 69», где ты, дорогой? Иди сюда, я к тебе не пойду, посмотри, что там.
Ну что ж, красавчик, Калюшный кричит, красавчик, красавчик, передал такую банку первый на Калюшный. Что-то еще, может быть, кто-то, и тут еще канал по всему стоит, и, может быть, тоже можно объявить. Илья Табаченко. А я объявлю победителя в номинации «Открытие фестиваля». Открытие, по нашему мнению, стала команда «Максималисты» из Дальневосточного федерального университета. Команда «Максималисты»! Молодцы, клево было, да. Прошу вас. Вообще, по моему мнению, за 5 лет, вот за 5 лет фестиваля в Дальневосточном федеральном университете, этот фестиваль был лучший. Вот, ну здорово, действительно. И сегодня еще полный зал. Спасибо вам большое, что пришли. Здорово. Спасибо вам за такие теплые слова. Юлия Дмитриева. Девушка в жюри, напоминаю, можно аплодировать бесконечно долго. Огромное спасибо всем командам. Удивительные, яркие, красивые, креативные, крутые. Спасибо вам огромное. И я хотела бы объявить лучшую актрису фестиваля, и это Оля Пак. Команда Максималисты. Оля Пак! Оля Пак, пожалуйста, выходи еще раз на наградку. Поздравляю тебя, Оля Пак. Владимир Константинович Николаев, вам слово. Дорогие друзья, во-первых, большое спасибо за приглашение организаторам. Я впервые присутствую на таком очень энергичном, таком веселом конкурсе под названием КВН. Так вот, мне, в общем-то, понравилось все. Но более всего, конечно, шутки про кампус, они у меня вызывали больший восторг. Я не могу не скрыть этого. И, конечно, лучшая шутка моим, в общем-то, коллеги сошлись в едином порыве мнений, это команда 7Б «Заселение кампуса». 7Б! Пожалуйста. Поздравляю вас с лучшей шуткой. А вообще, в целом, хотелось бы сказать одно. Друзья мои дорогие, студенты, шутите про кампус, шутите про то, что, с чем вы сталкиваетесь каждый день. Как к вам относятся те или иные персонажи, участники всего процесса А до Я, той жизнедеятельности, с которой вы сталкиваетесь на кампусе. Это очень хорошо, это помогает в том числе видеть и обратную связь того, что мы делаем. Спасибо вам, хороший праздник, он удался. Спасибо. Вам спасибо большое, что почтили нас своим присутствием. И Сергей Валерьевич Мартин. Всем добрый вечер. Владимир Константинович, забыл добавить, что у меня хорошая память на лица. Поэтому партизан точно поселят. В партизанском. Хороший город, чего? На самом деле у меня самая сложная миссия, потому что мне нужно назвать сразу три команды, три лауреата. И вот мы тут разошлись во мнениях, поэтому пришлось считать плюсики у каждого. Говорю то, что говорю традиционно, на самом деле это очень важно. 26 команд участвовали, зарегистрировались, 24 дошли до фестиваля, до гала-концерта. Это здорово. Все призы лауреатские на подобных фестивалях, как зачастую, такая лотерея. Есть там 5-6 команд, которые претендуют на звание лауреатов, а вот я рядом с Ярой стоит всего 3 тарелочки. Ну, больше на них приготовили. Всегда, вот. Всегда так. Да, рядом, да, с Ярой. Всегда. Поскольку у нас с вами не гала... Но... Заметьте, у Яры есть специальный приз, букетик. Ну, на траву пора переходить уже. Да-да-да. Вот. Это типа президентского Кинина будет. Три команды, которые сегодня были чуть ярче. Это три лауреата фестиваля КВН УФУ, пятого по счету. Итак, команда КВН, кого смогли, того собрали. Кстати, по-моему, они были лауреатами с самого первого фестиваля, да? Да, может быть. Там вот есть люди, кто это еще помнит. А, второго? Есть люди, кто это еще помнит. А, мы, кстати, забыли приз один, да? А мы же... извините, да. Команда малочисленная, но очень боевая. Я думаю, что вы однозначно запомнили. Команда Рома и Артем. Рома и Артем! Кто-нибудь, посмотрите, сейчас хромая угрозится лауреатство. Добился, спасибо, спасибо вам. А, и, кстати, третья команда, которую я просто не имею права объявлять, потому что мой сын играл. Интрига. Команда КВН «Шик». Поздравляем, славянская женская команда, двойные аплодисменты. Ей
отношение к тому, что там ваш сын играл за Тиволи. Ну что ж, это все, друзья. Итоги объявлены, номинации розданы. Спасибо вам большое, что пришли. Встретимся на играх Лига КВН-ДВФУ и других играх Приморского КВН. Хороших выходных, всем пока!